Какой конструктор мы сегодня собираем? Вы дочки, мама. Ну, только не снимай видео. 73 детали. Слубан сделан, он будет в виде... Кажется, это вообще похоже на, не на машину даже. И на вездеход. Это, по-моему, квадроцикл. Как ты думаешь, это вообще квадроцикл или что это? Это наверное... Мам, ну это, наверное, грузовик. Грузовик, ты думаешь? Да, по-итальски. Сейчас мы инструкцию разложим и начнем с пункта 1. Серую и одну черную. Нет, не одну. Посмотри, написано X2. X2. Значит, две штуки. Две серых и две черных. Много черных. Взял две серых и два черных квадрата. Молодец. Теперь посмотри, по инструкции ты должен квадрат положить на серую. Я положил на серую. Отлично, приступаем к пункту 2. Открываем его. Да, надо поставить полоску. А куда надо поставить полоску? Вот так. По краям. По краям, да, я ставлю по краям. Вот так. На самый край. На самый край. На самый край. Это так? Да. Сложный? Да, он сложный. Теперь переходим... Какая это цифра? Посмотри. Цифра... 2. Нет, это цифра 3 уже. Цифра 3. Переходим к пункту 3. Тебе нужно искать то, что в желтом прямоугольнике. Ищи эти детали. Да. И вот у тебя ниже схема. Тебе нужно будет сейчас ее собирать. Верно. Ты ставишь 3 таких вот арки, а в конце ставишь высокий... Правильно, ты поставил 3 арки, а в самом конце ставишь высокий прямоугольник. Мама, а ты всего 3. 3, вот, ты ставишь 3. 1, 2, 3. Это высокий? Нет, высокий прямоугольник. Вот он, видишь, в серединке у тебя вот здесь, на желтом фоне. Высокий прямоугольник. Ты его еще не брал в руки. Ты пока устанавливаешь прямоугольники. Эти вот. Это и... Правильно, мы сейчас нашли ошибку с тобой, и ты ее исправил. А потом на самый край ставишь вот такую высокую. Вот смотри, вот такую высокую. Вот, правильно ты ее нашел. Ну, проверь. И теперь тебе надо найти одну низкую, двойную. Двойную низкую, правильно. И установить ее вот сюда, с другой стороны. Да, правильно. Как по твоей жизни, дороги, ты рабочий, Голден. Да, конечно. Рабочий часто ремонтирует железную дорогу. Да, а если бы вы ехали с железной дороги, или бы вы с этой железной дороги, что бы случилось? Ну, когда рабочие работают, поездам не дают ездить. Почему? Ну, чтобы не задавили рабочих. Команду дает главный бригадир дороги. Красный свет, дороги нет, и поезда останавливаются. Или, если поезд далеко, то рабочие работают. А потом их предупреждает, всегда предупреждает по рации главный бригадир железной дороги. Он говорит... Поезд приближается, всем отойти с железной дороги. И они уходят отдыхать. Бонго! Бонго, 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 бонго! Смотри, это даже получилась у нас лодка. Класс! Лодка получилась. Продолжаем, мы сделали пункт 4. Ты собрал пункт 4? Да, забрал. Все сам. Молодец! Я забрал. Ну, сейчас ему, конечно, уже стало поднадоедать. Ну, старается. Мы делаем задание номер 6, прямоугольник. Собираем. Прямоугольник. Нет, тебе надо просто посильнее надавить. Да, давай со всей силы дави. Ну, такой тугой конструктор. Если не получается, вытащи сиденье. Ну-ка, давай. Вот, большим пальцем дави. Большой палец сильнее всех. Вот, молодец.
И теперь осталось вот прямоугольник замкнуть маленькой штучкой на две. Видишь, вот тут по инструкции. Маленькая штучка на две детальки. На две детальки. Ищи ее. На две детальки. На две. На две точки. На две точки. Вот я тебе подвину. Выбирай вот из этих. Так. Отлично. Ты экспериментируешь вперед инструкцию, но ты правильно делаешь. Ты понял. Молодец. Мама, у тебя хорошо выходит. Ты установил передние стекла, чтобы они защищали его от ветра. Видишь, их можно немножко отклонять в зависимости от погоды. Класс, мы уже поставили... А почему я говорю «мы»? Это Роберт. Роберт собирает машину, а я просто держу инструкцию. Затем. Класс. Пункт 8. Все по правилам. Все молодец, собрал верно. Нам надо еще один каток, то есть перепутанный. Класс. У меня еще один каток, то есть перепутанный только. Ну да, немножко перепутался. Класс. Когда близится сборка колес, мы ускорились. Да. А это все запасные. Да, и давай теперь разворачивай к себе и устанавливай спереди фары, как на инструкции. Поднажми, если что. Можешь опору сделать о стол. Как? Нажму со всей силы. Наконец, твой любимый пункт 10. Сборка колес, и наш автомобиль готов.